Виктор не смог прийти. Вот Сергея это... прислал Пупкова. Размонтируй. Держи руками, чтобы не плюхнулся вот там. Вот это черный процессор, да? Вы его забираете. Вот этот забираете процессор, да? Конечно. Покажи, где что снимаешь. И везде привязывай. Я вот эти вот сделал. И привязывать, и надписывать. Так, это, он... Вот здесь привязывать к процессору. Отнимай по одной. Иначе я туда приеду, ничего не сделать. Посмотри, может, откручивается? Нет, все. Ну, а там больше не найдешь так, ничего. Привязываем. Ну, она там написана. Тут что-то привязано уже, да. Да. Но это запомните, да, вот верхнее. Это что он? Ну, верхнее. Верхнее, а это что на нем? Запиши. Верхний. Питание для... Питание, да. Ну, какое-то слово там печатными буквами. Пишу вверх. Теперь вот видишь, там грузит. Отсюда мы видим, что... Вверх. Галина Влеська погодилась. Ей загрузили муку, а здесь все остальное. Так, смотри, лишнее не выдерни, иначе не найти откуда. Процессор и экран забираем. Слышишь, все? Угу. Экран мы забираем. Экран забираем. Так, ну его отключить надо. Ну, отключать. Полностью отключить? Да. Вот, отключил. Это остается здесь. Аккуратненько. Вот это, чтобы не сломать, не отодвинуть. И снимать нежелательно глазок. Ага. Так, вот это у вас... Это не трогать. Это относится к наружному наблюдению. К видеонаблюдению, да. Да. Вот. Теперь вот сейчас... Я думаю, с этого начинаю. Сейчас отключи мне вот этот пипитер, клавиатуру. Клавиатура. Там, где она, куда включается. И на том конце шнур привяжи. И скажи, где, какой ряд... Не урони, пожалуйста, я очень прошу. Когда сдвигаешь, с той стороны его поддерживай, он рухнет у тебя. Не стучать, ничего, очень аккуратно, очень хороший у меня. Так, сейчас вот он идет. Клавиатуру отключите, все, где она там? А, она клавиатура вот к этому идет. Через него, да? Да. Проверь еще раз, подожди. Подожди, нет, она не должна на него идти. Должна, должна. Витя мне говорит, вот она через него идет. Ну, это она? Да. Вытаскивай. А, та... вот. Там а ее... теперь напрямую-то куда вставлять ее? Там вставите. Там гнездо есть такое. Ее в другое не ставит. Клавиатура отошла. Так. Так. Дальше. Вот это... Теперь наушники мои отключи. Найди. Ну, по порядку. Начнем сверху. Ну, мне убрать со стола нужно. Ну, да. Ну, и там к ним ну, не смотри, подвижу. Не урони только процессор. Несколько раз сказал. Куда-то что? Ну, вот это питание. Где оно написано, питание? Ну, вот оно здесь. Там питание. Написано? Да, питание вот сюда, вот сверху. Смотрите, вот оно. Вот. Да это еще смотреть-то. Ну, написать там... надо. Ну, здесь, где напишешь-то здесь? Здесь как написать-то? Здесь вот и снимаем. Написать сверху. Да вот. Написал уже сверху. Питание ну, для... Ну, вот, а то вверх, вверх написал. Приеду, там не включишь. Вот эти вверх, да? Говорят, Андрей разбирается, может, он подключит. Подключу. Никиты-то нету, Никиту вспомнишь еще не раз. Так, вот, теперь вот это вот теперь... Вот это что такое? Отключил я. Это, наверное, от глазка. Вот этот вот от глазка. Это нет, мышка. Мышка, где она? Мышка, вот она, вверх тоже, вверх. Вот здесь нам напиши. Привяжи и напиши мышка вверху. Верхний ряд. Ну вот она, вот, 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 вот сюда. Вот. Это, ну-ну-ну-ну-ну. Давай. А ее там по-другому не подсоединишь. Привяжи, пожалуйста. Я понимаю, когда приеду туда и не будет включаться, мне это переживание. Два узла. Два узла вплотную привязывай, чтобы она не скатилась. Плотно привязывай. Прям притягивай. Все, второй узел. И напиши. Верхний ряд. А дальше все понятно. Верхний ряд. Верхний ряд сверху. Ну, верх, он сверху, это тоже слово. Все. Верхний ряд. Ну вот так, справа. На белой пластине, на белой пластине. Да, на этой вот? На белой? Да. Или да. На черной? Ну, на белой, на белой. На белой. Ну все, давай. Там так, вот. Где в какой? Покажи пальцем, где она? Вот.
Вот здесь. Ну ладно. Вот оно, вот оно. Видите? Не вижу, ничего не видать. Вот. Давай. Верхний ряд. Верхний ряд, второй. Второй с краю. Напиши. Второй с краю. Справа напишу. Тут... Справа. Второй справа. Тогда что-то можно ждать. А тут их две, они. Тут можно. Ну, второй справа. Правый. Правый. Второй. Вот а так у нас и получится. Так, все. Теперь вот это вот. Это что? Это тут вот. Будет идти к этому. К ксероксу, то это не надо. Его просто отключить, потом подключит. В городе тут легче, тут вызову кого. Так, ну вот это вот где? Привязываю. Где ваши? Ну вот они лежат, их много тут. Даже не знаю, что это такое. Ну она вот. Это от чего она? Это она вот, вот она рядом с этой. Рядом, вот напиши, что она означает. От чего? А я не знаю от чего. О, это не годится. Посмотрите другой конец. Куда она, вот он другой конец. Вот он, вот он, вот он. Смотрите, камеры сюда снимайте. Вот он. Вот, его вот сюда. И, ну вот это куда она идет? Второй-то куда? Да она вот сюда идет. Она вот отсюда сюда идет. А потом... Такого я не видал. Как? Ну, на одном компьютере? Да. Ты что-то не то говоришь. Зачем бы они делали снаружи-то, если она одно и то же? Спросите. Обычно, если уходит, то куда-то уходит. А что в самом компьютере, это не делай, не говоришь. Ну, вы видите, вот. Да что мне видеть? Потом... Я знаю, что это не делается так. Ни разу не слыхал даже. Мы делали, ага. К чему-то она идет, может быть, к этому, к наружке. По наружу провод был. С одной стороны компьютера, в другой. Да внутри-то бы и соединили. Что, вверх, слева. Куда она идет, написать надо. Ты ее вытащил оттуда, теперь покажи, куда она идет дальше. Вытяни. Вот, теперь смотрите, она вот, она соединена вот с этой вот бедой. Вот, ее она откручивается. Ну, я не знаю, это не сделать. Все, давай. Давай делай быстрее, уйдем. Ничего это не делай. У меня в это нет веры, что она сама по себе никуда не ведет. Провод должен куда-то вести, он вот, так называется, смотрите, проводник. Смотрите, куда вот он. Вот он, вот этот вот ведет вот сюда. А отсюда уже пошел другой провод. Вот она через этот разъем. Ну ладно, понятно? Давай. Все провода, чтобы ни одного провода не забыть. Лучше лишнее взять. Ну этот он... Тогда ладно, снимай как есть, там посмотрят. Все равно тут не, уже пошло не так. Ну вот снимайте сюда. Вот этот вот здесь это было, это здесь. Потом. Это ни слова здесь ничего не значит. Давай. Потом, вот. Снимай. Это что? Не знаю. Колонки? Все. Вытаскивай. Это ничего не дало. Я все выключаю. Держи крепче. Так. Вот это еще. Так. Этот компьютер. Ой, этот интернет. Внизу интернет, да? Так, куда его?